Есть три звонка, которые Бог нам дает в жизни. Первый звонок – это седина. И седина – это не проклятие. Седина – это Божий метод достучиться до нас. Если кто уже для себя начинает обнаружить седины, то значит Бог тебе говорит, тебе мало осталось. Тебе мало осталось. Тебе мало осталось. Тебе мало осталось. Ты опаздываешь, уже все. Уже уходит. Твои дни на земле уходят. Бог сам специально предусмотрел, чтобы были седины. Как звонок нам, точно так же, как совесть. И Бог говорит, вернись, вернись к источнику. Вернись, пожалуйста, видишь? И каждый день он тебя не остает. Он тебе это напоминает. Каждый Божий твой день, потому что каждый день ты видишь твою седину. Каждый день ты видишь свою седину для напомнения, как наполнение тебе, что верни к тому, что важно. Верни к тому, что вечно. Верни к накоплению богатств на небе. Три звонка будут. Второй звонок, который будет, кроме седины. Хотите слушать или не надо? Да, конечно. Важно. Вот. Эти все звонки для того, чтобы возвращать нам приоритетам, ценностям. Второй звонок. Второй звонок, который будет. Нет. Пенсия. Когда уже все уже, да? Разочаровали. Второго звонка не будет. Пенсия. Пенсия – это человеческое. Бог допустил, чтобы система мира даже придумала это. Пенсия – это списание. Поэтому и говорят, мы никому не нужны. Да, это, знаете, без списания. Списание со счетов, да. Это оно ударает по людей. Поэтому с пенсией они все чувствуют, ударились. Это как жестокая реальность. Это как просыпаться, потому что к этому моменту ты начинаешь болеть. Как клеймо уже, да? Да. К этому моменту ты начинаешь испытывать немощь. После 50 лет смертность человека увеличивается 4 раза. Поэтому сколько бы у вас сейчас не было, нет гарантии, что вы проживете после 50. Даже до пенсии. Пенсия – это уже звонок такой кричащий. Это уже, алам. Как это? Тревога. Тревога. Тревога, да. Это тоже тревога. Мам, 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 бам, бам, бам. Эй, Саш, 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 Саш. Ты встретишься со Творцом однажды. Ты встретишься, ответишь однажды. Тебя надо будет отвечать однажды. Эй, оживись! Задумайся! Слышишь? Это уже природа Христа. Это уже природа Христа. Это уже атмосфера Христа. Это уже воздух Христа. Это уже организм Христа. Болезнь. Это уже все Христа. Это уже клетки твои Христа. Потому что ты не услышал крик седины. А седина для меня это счастье. Я жду седины, пока не пригодит. Но я жду седины. Потому что для меня седина это торжество. Это триумф. Это трофей. И когда у меня это венец. Когда будет у меня седина, я хочу запустить тогда сбороду. Я хочу, чтобы была седой полностью. Вот так. Вот так, как бы, вот так, седина полностью. И сюда я хочу ходить с этой сединой в экзе. Посмотрите на меня. Это моя гордость, моя седина, мой триумф. Потому что я могу отвечать за каждую седину. Есть определенные плоды, которые отвечают за каждую. Которые я могу представить. Вот на что это пошло. Вот откуда появился эти седины. Живые плоды. Это первое. Почему я буду радоваться за седину? Второе, почему я буду радоваться за седину? Это потому что это мне напоминает о том, что я скоро пойду домой. Все мои непонимания закончатся. Все гонения закончатся. Третий звонок, который будет у каждого из нас.
Я не буду об этом говорить ничего. Я возьму мой iPad, скажу и пойду. Не дай Бог, чтобы у нас все с вами наступил до того, как мы поймем. Третий звонок. Первый звонок посередине. Второй звонок пенсия. Третий звонок гроба.